И Моше, и фараон, и сыны Израиля, все в человеке. Так что такое все-таки точка Моше, которая находится в связи с Творцом и говорит, что с того момента, как я пришел к фараону говорить от имени твоего, то есть человек, что все-таки чувствует какую-то связь с высшей силой в этом тяжелом состоянии? Да, конечно. Он не отрывается, как обычный человек с улицы. Все-таки чувствует, что он находится здесь, у него есть какая-то миссия, задача. Он выполняет некоторую духовную работу, просто не в состоянии сейчас ее выполнить. Так что такое все-таки эта часть Моше, что она дает ему уверенность, что все наоборот, дает ощущение слабости. То, что человек не в состоянии продвигаться. Ну так что? Даже если есть перед нами Моше, и мы идем вперед. И мы раскрываем, насколько наш путь неизвестен, мы его не можем выполнить. И то, что Творец от нас все равно требует продвигаться, а мы не знаем, с какими силами и в каком направлении, ну и так далее. Ну, такое состояние. Мы в смятении. И это происходит вот как подзаголовок этих отрывков. Это претензии Моше к Творцу.